Меня зовут Мария Бернардовна Ярошинская. Родом я не отсюль, из Витебской области, Посталского района. Вёсочка Крутки, на жаль, я её нема уже. Як и ва ўсіх, закончила школу, пошла вучиться, закончила техничное училище, монтажница радиоаппаратуры. Працавала 3 года у Минску на Интеграле. Потом вышла замуж и переехала на родиму мужа. Ну и до теперешнего часу живем тут. Семья наша, ну, была неколи великая, бо жили с батьками. Вот. А зараз муж, я и 2 сыны. Сыны працуют у Минску, муж працуе шофером. И ось Столбцовский интернат, дом-интернат недалеко отсюль. А я на пенсии по господарце, вот. И все. Детство, как и у большинства детей, было. Родилась ж я в 62-м годе, так памятаю 70-е. Вот. В 70-м годе пошла в школу. 9-10 жила в Воропаеве, Воропаевскую школу закончила. Ну и поступила учиться в Молодечно, с Молодечно по распределению в Минск. Там и познакомилась со своим мужем. Замуж вышла только про 3 года, бо на протягу этого часу моя, ну так здарилось, что и тата, и мама за этот период часу померли. Вот. А уже потом, после всех трагедий, через год мы поженились. Нас особо ничего не тримало в Минску. Жилья не было, жили на квартире съемной. Родился сын, тут оставались батьки уже, тата и мама у него одни. Мама была хворая уже до того часу. И, ну, и она попросила сына, как переехал, а мне не было як отказываться, бо моих уже батьков не было, меня и у Минску ничего не тримало. Так мы переехали сюда. Вот. Сыну был месяц, было, как мы переехали. Тут другий родился, сын прос 3 года. Ну, на теперешний час я и не шкодую, бо я уже привыкла на хуторе жить. Працавала я одразу молокосборщиком, от насельництва сбирала молоко. Потом на ферме. Пошла на курсы, закончила курсы технико-семинатора. И працавала техником-семинатором. Добираться было тяжко на работу, было 3 километра до фермы. Сдала на права и ездила на УАЗику на работу с работы. Моего мужа батька купил, свекор мой, купил старенькую хатку тут, на этом месте, а потом побудовал, в 60-м годе побудовалась наша хата. Ну и мы же вот живем в этой батьковской хате. Вот. У батьки было 5 детей, мой муж другий. Вот. Старейший сын, мой муж Виктор, а потом еще после его 2 сына и дочка. И вот батька побудовал им тут дом радышком. Вот. Ну, яны все живут в городе, приезжают сюда летом, ну и зимой усяк, як выпадає. Природа, хозяйство. Надто скучать не приходится летом. А зимой уже, ну, як тут, по хозяйству. Хозяйство уже тримаем невеликое. Еще вот год назад коровку тримали, а теперь уже сбыли коровку. Уже троху щили не тые. Люблю рослины. Летом клумбы, огород. Зимой вазоны. Вот. Телевизор, телефон. Теперь все, як и во всех. Что тут более? Природа у нас вельми пригожая. Рядом с домом в озеро. Велотропа проходит. Вот. Ну, на прогулку каждый день, я дома ж хожу, бо так заседишься в хате. Вот. Ну, летом веселее, я вам скажу. Много
и молоді, і так. Розні мероприємства ладять, як ми кажемо, за мостом, радишком. Там полянка, беседка. Ну, у нас іскусственний водопад є. Бо в озеро ж воно само не природне, а на речці заставлено. Так от з побіга збігає вода і шум. А ми ще проложили трубу, свій ставчик такий невеликий зробили. Загорати біля свого вже зручніше глядіть за дітьми, ніж на озеро. Ну, не страшно нам жити тут. Нормально, ми вже привикли. Ну, а кого боятися? Кого бояться? Людей чи звірів? Звіри просто так не обидять. А люди привикли вірити людям. От. І ще не було такого випадку у нас, щоб щось здарилося таке. Привичка, ну і нравиться. Я вже як побуду у Мінську з раниці до вечора, мені вже вельми тяжко. Мені хочеться додому, і тут дихається легше. Ну, я свій хуторок ні на який город не проміняю.